Все, ребят, мы приехали. Станция ЗОО называется. Зоопарк. Хотел бы вам показать эту станцию. Станция очень красивая, необычная. Очень красиво украшена и исполнена как-то необычно по сравнению с остальными. Остальные все какие-то стандартные. Ну, может быть, там, кроме Canton Tower, там, может быть, тоже красиво двухэтажное. Вот, посмотрите, какие колонны красивые. За счет этого холла станция кажется большая. Выход в зоопарк либо Б, либо С. Всегда так много народу. Пятая ветка красная, это центральная самая в Гуанчжоу. Здесь очень большой трафик всегда. Это кто, Вероника? Да. Она говорит, это Вероника. А это Полина, да? А это Полина, говорит. Две обезьянки, короче. Вот. А это кто? Это папа. О, а что такое? Что такой сердитый? А вот мама! Попу чешет! Короче, все вы обезьянки. Ребята, всем привет! Всем привет! Сегодня суббота, и мы направились в зоопарк, в городской зоопарк. Годовой абонемент у нас закончился в сафари-парк. В общем, ребята, мы передумали в зоопарк идти, и мы решили пойти в оушен-парк. Цена билета 140 юаней с одного человека. Дети бесплатно идут. Так что вот, пойдем в оушен-парк. Мы уже в зоопарке в этом были, дети наши были, мы уже раза два были. Поэтому в оушен-парке мы ни разу не были. Пойдем в оушен-парк. Дети до 120 сантиметров бесплатно. Стандартный билет 120 юаней мы взяли за 140 юаней. Ага, ага. И пойдем на какое-то 3D-шоу. Городской парк отличается немного от сафари-парка, да? Ну, да. Здесь вроде бы красиво, но не так ухоженно. Оль, тебе кто больше всего понравился? Мне понравились там маленькие оленчики. Оленчики? Мне тоже оленчики. Я увидела нерпу на картине. Нерпу? Да. Тебе она понравилась? Мишечка такая хорошенькая, да? Да. Она там внутри будет, представляешь? Будешь ее целовать? Да. А она тебя? Морская вода, как она делается? Я хочу ее попить. То есть ее каким-то образом. Пить? Она соленая. Что, морскую воду не пьют точно? Она соленая, сильно горькая даже. Ребят, мы здесь впервые, поэтому будем смотреть с вами как в первый раз. Все. Будем охать, ахать. Вход. Там, похоже, будет шоу. Подошли, сразу запах такой морской воды, чувствуете? Да. Сразу же Гонконг напомнило. But you know I
Короче, детям мы угодили. Посмотрите, они носятся. Ребят, короче, в большом аквариуме водолаз плавает. А тут, я смотрю, маленькие акулы, я так понимаю. Черепахи. Не знаю, что он там делает. Как они на него не реагируют? Вау, холодно, ребята! Да, она и говорят, спускайтесь на первый этаж. Сейчас шоу начнется. А, здесь холодно, ребята. Минус 25. Шучу. Девчата, ну как вам, понравилось, нет? Здорово, да? Ты пасти акулы. А мне понравится, мне еще дельфинчики. Ну пойдемте, а сейчас мне мы идем куда? Куда идем сейчас? К енотам! Да, конечно. Ребята, сейчас мы пойдем кормить енотов. Еноты такие милашки. Они так просят. Покажи, как они просят. Как они просят печеньку. Они так ручками вот так вот дай. Смотрите, еноты. Енотик.
Он так сидит гордо на этом, в этом домике, прикольно. Ну-ка, пап, кинь подальше. Целую, что ли? Да, ну чтобы видели. Енотик! Он не ест. Эй, не кидайте, он что-то сытый какой-то. Пойдемте других поищем. Он такой вообще лентяй. Вас что, кормили уже, что ли? У них уже ужин был. Вероника, енотов не получилось покормить. Тогда сама поем, да? Да. Я тоже ем. Я вообще не могу с вас. Два енотика, блин. Они такие такой трус. Ты посмотри, ты трусик какой, трусик. А вон тот вот вообще. Эй. Да мне, да что не так? Эй, это мне, а нет. Подерутся. Опа! Вот этот хитрый, вот этот хитрый. С прыжка хочет взять. Девчата, ну как вам, расскажите? А мы-то думали, что они спят уже, наелись. Наши девочки запросили покататься в парке на лошадях, да? Здесь есть такая возможность, но закрыто уже, то есть время уже сколько-то. Время почти 6. Время почти 6. И, в общем, они закрылись. Там вот куча-куча лошадей. И здесь есть возможность покататься. И это все отдельно стоит. Вход, скорее всего, допустим, взрослый 20 юаней. Детский, кажется, 10 юаней. И, возможно, надо будет еще оплатить за покатушки. Но мы приедем в следующий раз сюда. Целенаправленно. И покатаемся на лошадях. Хорошо. Окей. Слушайте, в Гуанчжоу так рано темнеет, именно на юге Китая. Нет, темно уже. 6 часов уже начинает, все уже. Темно. В общем, нам очень понравилось подводный мир, именно где аквариумы, да? Да. Из всего увиденного это было самое интересное. 3D-шоу нам не понравилось. Ну, мы его и не снимали, потому что там нечего было снимать. Да, абсолютно. Так что зоопарк этот мы вам рекомендуем. В описании я оставлю, как туда добраться. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока-пока. Оля, пока. 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 Поможете. Папа, ты большой, ты можешь? О, он прям из камня, слышишь? Ну да, блин, вот им надо что-то делать. То есть вы решили, если не на лошадках, то хотя бы на каменных лошадках, да? А, не видно нифига.